Непобедимый адмирал Ушаков собрал самых разных людей, деятелей культуры, политики, науки, священнослужителей, зал церковных соборов храма Христа Спасителя, в котором состоялась премьера документального кино о Федоре Ушакове, был полон. Событие произошло 15 октября, в день памяти святого праведного воина. Это для нас, для всех пример служения Отечеству, потому что он всю жизнь посвятил флоту, у него не было ни семьи, все свои средства. Даже во время сражения на острове Корфу, когда не хватало зарплаты для того, чтобы платить воинам, он платил из своих собственных средств. Это чудо нашей истории. Биография Федора Ушакова впечатляет. Адмирал провел более 40 сражений и не проиграл ни одного. Выходил победителем, не получив ни царапины. На его средства построена больница, которая сегодня носит имя Склифосовского. В Темникове открыл госпиталь. Греческие монахи называли его святым еще при жизни и молились на его портрет, который и сегодня хранится в храме Пресвятой Богородицы Высокой на острове Корфу. Многочисленные удивительные факты описаны в книгах и документах. Режиссер Сергей Лачин в своем фильме «Адмирал Ушаков. Восхождение» хотел понять, в чем же секрет жизни, удачи, непобедимости Федора Ушакова. В его праведности, новаторстве военной мысли, героизме. Результатом этих исследований стал следующий ответ. Федор Федорович шел одну ему известной дорогой и выполнял какую-то высшую миссию. А дядя Феодор Санаксарский в мордовской глуши молился за своего племянника. И поэтому, когда он молился, Федор Федорович одерживал победы и выходил из любого сражения без единой царапины. Даже тогда, когда в упор по нему били противники. Артем Сдунов на премьере фильма рассказал, что в Мордовии по поручению президента России ведется работа по включению ушаковских мест в республике в паломническо-туристический кластер «Большой Саров». Благоустраивается Санаксарский монастырь, восстанавливается усадьба флотоводцев в деревне Ушаковка. Артем Сдунов подчеркнул, что рад видеть в зале на премьере документального фильма большое количество молодежи. Спасибо, что мы нашли ясный повод для нашей страны, для всех нас, для нашего единения. Наш святой и праведный воин. А для Мордовии он является и небесным покровителем. Мы молимся ему. Самые сложные времена, они бывают сейчас для всей страны, непростые времена. Мы всегда помним о его силе, о его святости, о его непобедимости. Благодаря поддержке народа, но самое главное, благодаря воле Господней. После показа в Москве фильм «Адмирал Ушаков. Восхождение» увидят в Севастополе на закрытии фестиваля «Святой Владимир». Представят его в Ярославле, где родился адмирал, и в Мордовии, где Федор Ушаков упокоился. В следующем году исполняется 280 лет со дня рождения святого праведного воина. И мероприятия в память о нем, герои всех времен, пройдут по всей стране. Татьяна Бебинова, «Наши новости».